Наши стражи уже не впервые заимствуют арсенал Красного Легиона. Сначала мы отобрали у них скаутку Клятва Небожога, но время пополнить свой арсенал чужим оружием, не так ли? Вот я и отправился гопнуть одного из колоссов. Да, новый тяжелый пулемет. Я бы даже сказал, самый тяжелый пулемет в игре — Наследник. Экзотик текущего ивента Игры Стражей. Давайте разберемся, как его получить, как эффективнее применять, а главное, где. Ну и ответим, круче ли он Делириума или Ксенофага. Меня зовут Джонни Лейни, а за предоставленный аккаунт для обзорчика я благодарю Castella Vista, который так шустро закрыл 7 триумфов, чтобы как можно скорее это видео оказалось на канале. Да, давайте начнем с того, как получить. Ну, вернее, вы и так знаете, что надо выполнить 7 любых триумфов, приуроченных к Играм Стражей. И все, пулик ваш. Можно лететь к Эвиа и забирать. Но буду честным, быстро получить — это не про этот экзотик. Собственно, потому я на своем Аке до сих пор его и не полутал. Однако, спойлер, пулик меня так впечатлил, пока я делал этот ролик, что мне не терпится получить его на своей учетке тоже. Но все же, какие триумфы самые доступные, так скажем? Триумф признанный. Просто на сбор венков, которые будут выпадать вам за убийство противников любой способностью. Этот триумф выполняется сам по себе, просто пока вы будете выполнять другие задания. Так что особенно на нем заострять внимание не стану. Триумф «Великие подвиги». С виду очень страшный, однако если вы соберете команду из трех стражей, вы его выполните довольно быстро. Особенно если все игроки в вашей команде будут одного и того же класса. Золотой призер. Просто выполняйте золотые медали и закидывайте в стелу ивента. Быстрее делать это на трех персонажах. Триумф «Прояви себя». Самый нудный. Он потребует выполнения контрактов мероприятия. Делайте все контракты, недельные и дневные, а затем набивайте карманы многоразовыми контрактами. Они дают очень мало очков, но если вы хотите здесь и сейчас выполнить триумф, то придется сделать порядка 50 контрактов. К счастью, они все очень простые и легко делаются, например, на Шурачи, в моем любимом месте фарма контрактов. Триумф представления должен выполняться сам по себе, пока вы делали великие подвиги, например. Тут просто нужно убивать противников способностями. Ну и кстати, раз заговорили. Самые эффективные связки способностей для скорейшего выполнения у охотников — это электрический подкласс с нижним перекатом на откат заряженной рукопашной атаки и экзотическим телом поток Рейдена. У варлоков в верхней ветке солнечного подкласса есть отличная рукопашная атака, плюс не забываем использовать автомат Монте-Карло для ее быстрого отката. У титанов в электрическом подклассе тоже берем Монте-Карло и бегаем с экзотиком «Неприступная черепокрепость» на откат электрических способностей ближнего боя. Шестой триумф – пятикратная угроза. Тут вам нужно просто занести золотые медали, посвященные разным активностям. Вероятнее всего, этот триумф вы выполните, пока будете делать другой – золотой призер. Ну и последний триумф – «Откройся свету». Летим в горнило. Да, как бы сильно не хотелось, но летим. Запускаем режим стычка и делаем 25 убийств с помощью суперспособности. После этого прожимаем триумф «Классовая борьба» и летим к Еве Леванте за пулеметом. Теперь самое время посмотреть перки. Спиральные нарезы на увеличенную дальность и стабильность, расширенный магазин на увеличенную емкость, что для такого аппарата особенно полезно, и вот самый крутой перк – броня колосса. Если у вас полная шкала здоровья, взведение этого оружия даст вам электрический щит. Иными словами, если ты просто в холостую раскручиваешь этот четырехствольный пулемет, на тебя вешается овершилд. И это просто офигенно работает. В ПВЕ кайф, в ПВП спасает от 6, а то и 7 попаданий из револьвера в голову. Это очень круто. Мы еще поговорим об этом. И перк «Боевая рукоятка» поможет справиться с отдачей. Кстати, да. Отдача тут очень приятная, когда берешь пулемет в руки, ожидаешь, что его начнет бросать из стороны в сторону, но на деле он весьма послушный.
А, ну и его основной перк, который по сути простое описание. Говорит нам, что оружие может стрелять только когда его достаточно раскрутят. И да, правая кнопка мыши — это холостая раскрутка. Прицела на пулемете нет, так что стрельба тут возможна только от бедра. Но это нисколько не мешает, надо сказать. Пулемет, как я уже говорил, ощущается очень послушным для своих размеров и, главное, имеет какой-то нереальный показатель дальности стрельбы. По ощущениям, точность выше, чем у Делириума. Кстати, да, давайте теперь о сравнении. Нас же интересует в первую очередь урон, заменит ли наследник Ксенофаг, например. Ну, давайте со снов. Делириум имеет особый перк – смертельная серия, который накапливает урон. Так вот, в топовых значениях общий урон за весь боезапас Делириума без дополнительных бафов и резервов составляет 612 тысяч урона. Урон экзотического пулемета Ксенофаг за весь боезапас составит 444 тысячи урона. Меньше, но он не режется по расстоянию, что, например, делает его удобным оружием на фазе дамага и на рейдах. А вот наш новичок 665 тысяч урона, без бафа и без доп. Резервов. 500 патронов, 665к урона. Мощно? Мощно. Брать его на забеги в казуальное ПВЕ? Без проблем. Брать на боссов в налетах? Тоже легко. На боссов в рейде? Скорее да, но опять-таки зависит от условий. На ласте сада спасения все же Ксенофаг наверняка будет удобнее. Но в целом же, в любой ПВЕ активности пулемет будет просто отличным выбором. Я дико кайфанул от игры с ним, особенно от его перка на Overshield. Вы просто двигаетесь через гущу мобов и расщепляете все, что видите. Это необычно и потому здорово ощущается. А что в ПВП? Эх, люблю я записывать тесты хэви-оружия в ПВП. Но если серьезно, в горниле он тоже работает. Как я сказал, Overshield спасает от порядка 7 попаданий из револьвера. За время игры он спас меня от попаданий из снайперской винтовки. Не уверен, что это был за архетип, да и наверняка в тело было попадание, но сам факт удивляет приятно. Ну а ТТК у пулика бешеная. От 0,4 до 0,3 секунды. При том, что из пачки хэви вы получаете 68 патронов. Этого хватит на киллов 8 примерно. Просто машина, без шуток. Главное тут учитывать то, что замедляет движение он очень сильно, так что если мы говорим о горниле, главное выбрать позицию, поскольку носиться с ним по всей карте просто так не выйдет. Что в итоге? Доступность пулемета может получить каждый. Сценарий применения в ПВЕ? Полно. Использование в ПВП? Тоже легко. Это что получается? Новый хороший экзотик? Да, получается так. Конечно, интересно потестить его фулл командой, например, на боссах налетов или на бедном Калусе, но для этого надо выбить его на мой аккаунт, чем я сейчас и займусь. Кстати, по окончании ивента пулемет вероятнее всего станет доступен по случайному дропу из экзотических энграмм и в награду за активности с шансом выпадения экзота. Не сразу, конечно, но станет. Так было с арбалетом. Так что если вы сейчас все же никак не успеваете получить его за 7 долгих фарм триумфов, то не отчаивайтесь, позднее еще будет шанс залутать себе карманный танк. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, Страж. Надеюсь, ты уже подписан на канал. Если нет, подпишись. Не забудь поставить лайк этому видео и счастливо!